Приехали в Метрополь СПА. Метрополь СПА? Да. Хотель, вот это наш номер. 516 на 5 этаже. У нас был какой-то этот романтический или какой там, да? Романтический номер, пакет. Да, пакет. Это тут наше барахло уже валяется. Ой, что у нас здесь есть? Кофе. Ящичек, главное чайничек, ящичек и вот такой этот, вот здесь такая кровать такая большая, двойная. Нормальный номер, красивый. Только вид у нас не очень там выходит. Здесь вот так вот он выглядит, а там вот так коридор. И этот самый сюрприз, сейчас неси эту ванну. Ванна такая, ну, большая, классная. Короче, даже ванна есть, там фен. Ну да, никаких этих принадлежностей я не вижу. Должны быть, ты просто не видишь. Не, ну вон только хенд ваш этот мыло, вот тебе и все, и тут мыло, а больше нет этих. Ну, мыло есть, ладно. Такой душ. Ну, ванна, короче, тут. Ванная. Ванная. Не ванная, нафиг. Ну, большой он, да. Большой. Могли бы, конечно, быть еще какие-нибудь эти самые принадлежности. Халатики у нас должны быть, потому что он спа. Да, два халатика. Слушай, я не поняла, что здесь 2 евро? Тапочки, что ли? 2 евро. Наверное. Это купить, наверное, да? Сейф, подушечки. И сюрприз. И сюрприз. Шампанское. С конфетами. Конфетами. И с лепестками чего-то. Роз. И с лепестками роз. И вот такое. Во льду. Лед, правда, уже растаял. Слушай, ну, холодненькое. Ну, приятненько, да, так? Да, приятненько. Окошко. Кровать с подсветочкой. Тут у нас что? СПА-процедуры, СПА-центр. Надо было заранее, да, их бронировать. А, вот, смотри, здесь, смотри, здесь вот на фотке, видишь, какой. Я видел уже, я уже посмотрел. А, ты видел? Я не видела. Так, давай вид с окошка я покажу. Да, куда у нас? У нас вида. Нет вида, да. Кока-кола можешь показать. С окошка у нас вида никакого. А это здание, это и есть, наверное, тоже этот отель или что это? Нет. А что это? Видим, купол посмотришь. Какой-то внизу, там. В ту сторону это у нас этот дорога, да? Большой. Откуда мы приехали? Справа тоже дорога. Да. Справа видишь, Кока-Кола? Ну, справа, да, тоже. Кока-Кола Плаза. Вот такой отельчик. Столик без ноги. Не, ну мне нравится. Прикольно, красиво. А тут непонятно, ты берушишь конфеты. Конфеты, наверное. Жвачки. Что это такое? Лавр сдаюсь, не знаю. Кис. Тут слова всякие написаны. Играть. А что это такое, правда? Не ладно, знаю. Потом. Ну, цветочки-то, лепесточки. То, игрушка. Игрушка, да. Той и Джой. Подними розочки. Здесь все эти самые программы есть, да? Да, конечно. Все, которые у тебя обычные дома. Да? Эстония, Афина. А, ну ТНТ, подожди, у нас. Я чуть ну, не поняла. ТНТ есть тоже. А, ну первого там нет, да? Там естественно, нет. Ценник. Это что за ценник? Это коньяк, вот, водка, вот, ром. Вот, а, у нас вот же, да. Телевизор, говорю, это, холодильник. У нас же, да, я забыла, у нас еще здесь холодильник, бар. Что в баре есть в Метрополе? Гостиница. Все эти самые.
все эти, ну это маленькие бутылочки, тут вино, эти, ром, водка, да, шоколадка, энергетик, водичка. Вот такой холодильничек еще. И стоит такой номер в сутки 153. Нет, это нам еще, наверное, с этой со скидкой как это? Нет. Без скидки всякой. В смысле, а ты говорил, у нас же эти все равно эти бонусы, нет? Ну, это наши бонусы, то, что там в кошельке заработанные, они вернут. А так, по-моему, без скидки 153. И вот цена 153, да? Не было у тебя бонусов в кошельке, ничего бы не было. В смысле, ничего не было бы? В прямом. Не, ну его полная цена вот 153. 153, да? Ну пошли, выйдем чуть-чуть по этому. Ну иди сними. Нет, а я вообще на улицу думаю. Нет? Я шампанское думал открыть. Ну ладно, я сейчас чуть-чуть посмотрю, что здесь в коридорчике. Ты не заблудишься? Ты заблужусь, конечно. Запомни вот эти цифры. Куртку убери, то я еще... Хорошо, при... вот эти циферки запомни. Да. Здесь лифт. Здесь этот... А где спа, я не знаю. Так, тут ничего нет. Номер. А, они поехали на лифте, наверное. Где-то еще лестница была. Сейчас быстренько посмотрю. Ну, большая такая гостиница, не маленькая. Да, финнов много. Понятно. Нет, там, кажется, лестница была. Сейчас посмотрю. Лестница. Не знаю. Но закрыта. Здесь тоже непонятно. Так, я пока не заблудилась. Вернусь. Может, здесь и есть со стороны вид на этот, на город, с другой стороны, потому что тут... Ой, ёлки-палки, чуть не упала. Тут это... Может, это выход тоже? Пойму, что здесь закрыто. В общем, такой вот большой. Пошла я обратно в номер. Такой номер.